Растопить печь, залить воду, положить специальную зажарку на травах, мясо, тушенку и гречневую крупу. Солдатскую кашу готовят по особому военному рецепту. В этой полевой кухне мы готовим кашу по рецептам фронтовой. Нам Сергей Сергеевич Рыбак рассказал, как готовили во время войны. И мы по его рецептам, по Сергею Сергеевичу, мы воссоздали такую кашу. Сама кухня тоже непростая. Это музейный экспонат 1941 года выпуска, привезенный с 35-й береговой батареи. На кухне-автоприцепе КП-41 на фронтах готовили еду для советских солдат. Теперь во время празднования Дня Победы ароматную кашу готовят для их потомков. Еще не пробовала, но надеюсь, что будет вкусно, очень замечательно. Мне очень понравилось, как пели. Вообще концерт замечательный, обстановка классная. День Победы! Победы за дедушки, которые воевали. Спасибо им. Мне понравилось то, что здесь бесплатная каша, можно автоматы разбирать, собирать, АК-47. Дают везде потрогать автоматы, ружье. На празднике, посвященном Дню Победы, в экопарке Лукоморье по традиции концерт и интерактивные площадки для детей. Из нововведений – презентация членов Военно-исторического общества России. Они представили образцы вооружения и снаряжения бойцов Красной Армии, рассказали об отличиях формы советских офицеров, краснофлотцев и пехотинцев, их оружии. Это автомат ППШ. Вот. Данная модель, видите, 43-го года. Вот. Здесь использовался магазин «Барабан», в котором было 71 патрон. Вот. Также у солдата был дополнительный магазин в подсумке. Среди гостей на празднике ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны Севастополя из Республики Чувашия Павел Захарович Сорокин. В 42-м немцы взяли его в плен. Все это время в Белокаменном его считали погибшим, но он выжил. В свои 95 лет живет в чувашском селе Комсомольское, ведет хозяйство. Об этом в Севастополе стало известно только недавно. Побывать на параде Победы в городе-герое была мечта Павла Захаровича. И, наконец, 75 лет спустя она осуществилась. Прожил очень много суровых дней. И победил, все равно вернулся, мечтал вернуться на родину с победой. И было сделано, действительно вернуться победой, великой победой. Спасибо! Спасибо! Анна Леготина, Дмитрий Еремеев, информационный канал Севастополя.